На стадионе Болятина прошел детский спортивный праздник «Мы команда», посвященный Дню России. В нем приняли участие мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 14 лет. За матчами по мини-футболу и соревнованиями по настольному теннису и бадминтону наблюдала наша съемочная группа. Один за всех и все за одного! На главном футбольном поле поселка Октябрьский за первое место поборолись 4 состава ФК «Болятина». Глеб Иванов посещает секцию футбола 4 года. На счету его команды десятки победных голов. Многие из них ловким попаданием мяча в ворота противника забивал Глеб, который играет на позиции нападающего. У нас очень хороший состав, и мы очень много побеждаем. Самое трудное для меня – это обойти противника, но у меня получается. Если Глеб Иванов – футболист со стажем, то Егор Павлов пришел в секцию 2 года назад. А сегодня он впервые освоил навыки игры в настольный теннис. Мне очень понравилось. Я хочу всегда теперь идти туда, в секцию. На стадионе собралось более 200 человек. В спортивном празднике мог принять участие каждый. Кто задействован в секции, кто не задействован, все желающие. Кто хотел, пришел, мы дали форму, выделили снаряжение, теннисные ракетки, футбольные мячи, бадминтон. В поселке Октябрьском 4 детских футбольных команды и 1 взрослая. При стадионе Болятина работают секции настольного тенниса и группа общей физической подготовки. Для детей занятия бесплатные. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.